Институт энергетики – это более 19 тысяч выпускников, 1200 студентов, 383 бюджетных места, 12 уникальных исследовательских лабораторий, корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго» «Ирнетуп». Институт готовит высококвалифицированных специалистов в сферах эксплуатации и оборудования электрических станций, экологически чистой теплоэнергетики, релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем, проектирования современных систем электроснабжения, компьютерных технологий в электроприводе, электротранспортных систем и комплексов, цифровой энергии и перспективным энергетическим профессиям. Институт — это 100 ведущих ученых в различных областях, успешное участие в российских и международных конференциях, 3 базовых кафедры в Институте систем энергетики имени Милентьева, уникальные авторские магистерские программы, успешное трудоустройство выпускников, сотрудничество с ведущими энергетическими компаниями и предприятиями ТЭК России, обучение в магистратуре и стажировки в университетах стран Европы. Наши студенты — победители региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсов. Поступай к нам, поступай в Политех.